Пола за 4 900 в месяц. Дзержинского 2А. Телефон 3-66-11. Причиной стал порыв трубы холодного водоснабжения в дворе дома 12 по улице Карла Маркса. Точнее, обрыв стыка двух полипропиленовых труб. Хлынувший поток не только затопил проезжую часть улицы, но и размыл свежий асфальт во дворе 12-го дома. Что послужило причиной порыва, сейчас устанавливается. Возможно, виной недавно проводимой во дворе дорожной работы. Бригада аварийной службы тут же приступила к ремонту системы. Для этого от водоснабжения были отрезаны 6 домов. Это 2 дома по улице Карла Маркса, 10 и 12, и 4 дома по проспекту Комсомольский, 50, 50А, 52 и 52А. Как заверили специалисты службы водоканала, все ремонтные работы будут завершены до конца дня. В это же время восстановят и водоснабжение.